И снова всем привет, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и также гости моего канала. Ну что, на балансе у меня опять 13 тысяч косарей. Баланс сегодня у меня очень пручий, в общем, залетаю. Сейчас я пока еще не знаю куда, не выбрала, но иду также по косарику. Кто смотрел сегодняшнее мое видео, видели, что я с 13 тысяч поднималась до тридцатника 2 раза. Так, мне это очень понравилось, и пробую я еще раз рискнуть на 13 косариков. И, блин, ребят, куда заглянуть? Куда заглянуть? Блин, нет, вестерн-слот не хочу. Так, пробую я индиан-покер. Индиан-покер по косарю также. И погнали. А вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал и, конечно же, ставить лайки. И у меня с первого раза x5, я же говорю, на 17 мне... Ой, на 13 мне прям прет. Так, посмотрим, что дальше. Ссылочку на все игры оставляю ниже, закрепленные в комментариях. Впрочем, как всегда. Для всех тех, кому интересно, проходим, не стесняемся. Вводим промокодики, получаем приятный бонус на первый депозит. И поднимаемся. Поднимаемся вместе со мной. Ребят, я всем желаю прям вот сегодняшнего моего дня, который был утром, днем. Это было просто офигенно. Офигенно продолжается. Плюс 10к еще. Отлично. Прям вот я говорю, мне сегодня по этой ставке, по косарю и из баланса 13 мне прям вот сегодня идет. Прет. Что очень-очень радует. Посмотрим, что будет дальше. Так, Индиан Покер пока больше ничего не дает. Дал x5, x10, несколько раз возврат. И начал жрать. Но все же, я думаю, сегодня вот можно себе позволить играть до талого по косарю. Заносики были сегодня нормальные. Можно рискнуть мне. Так. 16 косарей уже. 16 косариков. 10 я была в плюсе. И под 10 у меня сейчас я уже профукала. Дохвалилась. Есть x10 снова. И снова 22 косаря. Снова 22 тысячи. Но я хочу дождаться x50. Вот я прям знаю, что сегодняшний день должен быть очень-очень таким удачным. Он начался хорошо и закончится тоже замечательно. Очень надеюсь на это. Ждем x50 либо x75. Ну и подряд можно x10 раз 5. Раз 5-10. Ну, это я, конечно, уже замечталась. Так, снова 14к. Снова я... Так, это снова мой баланс 13. И что, я пошла в минус, что ли? Ты что, больше мне ничего не дашь? Начинается легкая паника, ребят. Но терпение, терпение. Главное, терпение. Один возврат. Все, 9 косарей. 8. Блин, Индиан Покер, ты меня подводишь. Просто жесть. 7. Офигеть. 6. Да ладно, блин. Давай еще разочек. Ну, Индиан Покер, ну я тебя умоляю. 4 косаря, 4 косарика. 3 осталось. Есть x10. Фух. 12 у меня. Ой, значит, шансы увеличиваются. Ваша, так. Аж выдохнула так свободно, так возврат.
Возврат. Не знаю, не знаю. Х5. Это 5 косариков. И снова у меня что-то... Да, у меня снова 13 мои. Я продолжаю. Так, а если повысить ставку и по 2 один раз сходить? Нет, мимо. Мимо, мимо, не повезло. Я все еще надеюсь хотя бы на Х50. Очень-очень жду. Х5. Снова у меня 13 косариков. 13. Возврат. Блин. Что-то как-то... Так, 5. Так, я пошла выше. У меня уже 16К. Но было у меня 23 изначально. Я поднялась до 23. Так что надо как-то опять, да. Еще 5. Зашибись. Ну, давай хотя бы до 23 меня обратно подтяни. Как было это сначала. И я... Есть Х50! Отлично, ребят. Отлично, я поймала Х50. Фух, я сделала это. Я это сделала. Так, день сегодня вообще замечательный. Прекрасный, ребят. Всем-всем от души. Желаю таких же заносов, но будьте внимательны, внимательно следите за балансом. Всем пока, удачи в играх, увидимся.